Всем привет! Давно у нас не было видео с нашим основным зверем, со Стэном, капским варанчиком. Вот он у нас тут в ванне. Одной частью из процедур является купание. Где-нибудь утром, когда он очень хочет выйти, это означает, что он хочет в туалет. Ну и, соответственно, в ванне проще всего сходить в туалет. Не нужно потом убирать где-нибудь, где он обычно не любит испражниться, если не носить его в ванную. Поэтому пускай лучше все сделает в ванне. Ну и, естественно, в ванне он может побегать, поплавать, грубо говоря, размять мышцы. Вроде и приятно, и теплая водичка согревает, и как раз будет готов к приему пищи, так как холодного, только вышедшего из печки варана, нельзя кормить пищей. Лучше его разогреть под лампой, ну или в теплой ванне. Кстати, сейчас мы сделаем то, о чем я говорю. Сейчас он более-менее лениво барахтается, надеясь выбраться. Но если применить наживку в виде подготовленной, размороженной в горячей воде мыши, мы увидим совершенно другую картину. Сплошные брызги. Да, приготовьтесь к брызгам, потому что я уже весь забрызган. Вот Стэн тренируется. Давай, давай, давай. Давай, давай. Опа, молодец. Да, это его вкусный и сочный завтрак. И сейчас, когда он получил свою дозу питания, у него доминирует инстинкт хищника, и поэтому все, что мы будем показывать, он будет воспринимать как пищу, в том числе и мою руку. Поэтому на некоторое время надо его оставить наедине, не показывая ему какие-то предметы, не водя перед ним руками, как это делаю я. Ни в коем случае не делайте так. Просто дайте ему спокойно потерпеть и понять, что его больше кормить не будут. Вот видите, как только убрали руку и что-то, что может привлечь внимание, как потенциальная еда, он сразу стал гораздо спокойнее. Он просто ищет, смотрит, ожидает, когда же ему что-нибудь дадут. Вот он, наш замечательный Стэнлик. Правда, вот эти вот звуки для меня впервые. Ну все, кажется, продохнуло. Ну все, дальше мы немножко подождем, пока он остынет, пока наконец поймет, что больше его кормить не будут, и минут через 10 можно будет вынимать из теплой ванны. Обычно он начинает плавать, когда понимает, что больше ему есть не дадут. Его внимание на посторонних объектах рассеивается. К сожалению, у него есть белое пятно на боке, так и не зажило. Также у него есть
небольшой шрам на брови, о котором я позже расскажу в каком-нибудь из следующих видео. А также некоторые проблемы с хвостом. Хотя не знаю, проблемы ли. Суть такая, что в том месте Стэн случайно укусил себя за хвост. И до сих пор та часть белая. Несмотря на это, кончик не отсох, не отмер, даже периодически линяет, но что-то с ним явно случилось. Но в целом Стэн себя чувствует прекрасно, инстинкт охотника у него не утратился, здоровье хорошее, аппетит прекрасный. То есть животные в принципе здоровые. Всем до новых встреч, берегите своих животных.